Ангарский автобус столкнулся с КАМАЗом недалеко от поселка Тальяны. Авария произошла в субботу в 10 часов утра. Установлено, что пассажирский транспорт совершал регулярные рейсы от поселка Тальяны до Ангарска. Людей, находившихся в салоне, осмотрели врачи. На место происшествия были направлены экипажи ГИБДД муниципального отдела Мадрасио Сольский, которым было установлено, что в салоне автобуса находились 20 пассажиров. В результате дорожного происшествия водители и 4 пассажира автобуса получили различные травмы и обратились за медицинской помощью. В причинах аварии сейчас разбирается полиция. Виновника ДТП привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.